Тяхшлер. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы смотрите телеграм-канал «Австрийский алтаец» на YouTube. Сегодня 9-й день карантина, введенного в Республике Австрия. Я нахожусь на скоростном поезде, который следует из пригорода в Нижней Австрии в Вена-Гаутбанхоф. И сейчас я вам покажу сам поезд. Смотрите, он пустой. Вообще никого нету. Вот. А вот здесь вот. Это федеральная земля Нижняя Австрия. Нидерёстрайх. И что можно сказать по состоянию на сегодня? В Австрии заразилось около 3000 человек коронавирусом. Более 50 человек умерло. Приняты чрезвычайные меры безопасности. И, судя по всему, это дает некоторый результат. Я полагаю, что поскольку Австрия граничит с Италией напрямую, и будут предприняты и ужесточены меры наказания за нарушение мер карантинной безопасности, как в Чехии введены штрафы 100 тысяч евро, в Австралии, в Америке и в других государствах. В Российской Федерации эти штрафы пока не действуют, но людей пугают, насколько мне известно, уголовным преследованием. В Республике Алтай глава Ангудайского района Мунатов сейчас пугает тем, что нельзя рассылать какие-то фейки. Я полагаю, что в данном случае виновниками рассылки в WhatsApp являлись члены так называемой каракольской группировки, поскольку это ближайшие родственники попали в карантин. И этот мужчина из Ангудая, он ехал, насколько известно, на поезде Москва-Новосибирск. И подобного рода отсутствие информации, сколько алтайцев ехало, где они сейчас находятся, каково их здоровье, отсутствие такой информации, оно ведет к небывалому вранью в WhatsApp-группах и у главного Хубла Лиза Кобзева, который облизывал сначала Бердникова, а сейчас Харахордина. Мы здоровы, счастливы. Подписывайтесь на наш канал «Австрийский алтаец» и узнаете много-много интересного. Я еще сегодня выйду на связь и полагаю, что устроим стрим. Тяхши дюрегеш. Подписывайтесь на канал.